Приветствую вас, друзья. Благодарю, что вы со мной. И огромнейшее спасибо вам за поддержку. Токсичные люди. Вот такое модное слово есть. Вот что это за понятие? И что это за люди? Вообще, к таким людям, конечно же, можно отнести многих. Например, тех, кто вам не нравится. Можно сказать, что это токсичные люди. Те, кто спорит с вами. Вот они, токсичные люди. Кто раздражает вас, может быть, зануда кто-то. Или ваши оппоненты, может быть, те, кто не разделяют вашу точку зрения. И вот таким образом, может быть, и вы в списке токсичных людей у кого-то. И даже, может быть, весь мир токсичным оказаться. Есть, кстати, такие люди, которые так и считают. Но, тем не менее, вот смотрите. Есть, конечно, люди, при общении с которыми вы можете чувствовать, что у вас уходят силы, теряется ваша энергия. Такие, как люди-вампиры, да? Ну, условно назовем их тоже токсичными людьми. Так вот, как от них защититься? Есть очень хороший, прекрасный метод, который поможет в буквальном смысле обнулить всех этих токсичных людей. Что для этого нужно? Вот многие говорят, что нужно, мол, избегать общения с токсичными людьми. То есть старайтесь с ними не общаться. Возможно так, но это не решение проблемы на самом деле. Это просто уход от проблемы. Это все равно, что дома, например, у вас окно грязное, а вы просто задернули шторы. То есть грязное окно не видать, не видно его. Но проблема-то не решена. И вот точно так же, когда вы общаетесь с токсичными людьми, стараетесь, вернее, не общаться. Дело не в самих вот этих токсичных людях, а дело в том, что вы, просто не можете от них защититься. И вот это слабое место, вот вашу защиту, ее нужно укрепить. Нужно сделать так, чтобы токсичные люди, там, какие-то люди, вампиры, скажем, энергетические, они не смогли вам просто ничего сделать дурного. Вот задача какая. Поэтому, смотрите, делайте так. Каждый раз, когда вы общаетесь с каким-то человеком, может быть, вы знаете его характер, знаете, что он там вредный, может быть, токсичным его считаете. Ну, вынуждены, например, общаться по работе где-то. Коллега по работе. Когда общение идет нормально, вот мысленно говорите такое слово «позволяю». То есть вы открыты для общения. Вы воспринимаете то, что он говорит. Но как только вы почувствовали, что что-то пошло не так, что этот человек начал вас цеплять, начал словно вытаскивать из вас энергию какую-то, тянуть, тоже мысленно произносите другое, очень сильное слово. Говорите «отменяю». И чувствуете, что ваша защита, она как железные ворота, закрываются просто. И все, что от этого человека шло, какой-то негатив, может быть, что-то еще, все это идет обратно. Вот это сильное слово «отменяю», оно состоит от меня, то есть от вас. От вас все это пошло обратно, то есть туда, откуда, в общем-то, пришло. И вот таким образом можно поступать всегда. Когда вы с кем-то общаетесь и чувствуете, что на вас, может быть, давят, чувствуете дискомфорт какой-то, чувствуете, что, опять же, негатив какой-то к вам идет. Вот таким образом вы можете всегда защититься. То есть чувствуете, как ваша защита, когда вы говорите слово «отменяю», она захлопывается. И все, что шло к вам, то есть оно отменилось буквально. Если вы будете так поступать, то вы очень сильно укрепите свою защиту, свой иммунитет от подобных вещей. И токсичные люди в вашем окружении, они просто исчезнут. Вы их уничтожите. Не в физическом плане, а уничтожите само понятие для вас, как токсичные люди. Потому что, по сути-то, токсичных людей нет. Просто есть разные люди. Задача в том, чтобы научиться взаимодействовать с разными людьми и не страдать от этого. Вот такая вот очень хорошая и полезная практика. И еще, друзья, вот есть одна вещь, которая, в буквальном смысле высасывает из человека здоровье. Вот ее нужно обязательно отнести на помойку, грубое такое слово, и вы сразу перестанете болеть. Вот что это за вещь и как это сделать?
Посмотрите видео, которое сейчас в всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.